Сейчас, знаете, застекла, не будет только тянуть. Пельмешки будем кушать. Кошмар какой, это болезнь, точно. Приветик, девчонки пришли со школы. Так, обедать будем? Давай. Ксюша учит русскую клавиатуру. Ради вас. Ну потом я забуду это. Потом я забуду немецкий. Нашла программу в этом. Как всегда, начинаю снимать, садится батарейка. Вот так или вот? Нет, нужно правильно расставлять пальцы. Вот здесь вот слова, ну, буквы. Лолы. А может, первый урок? Ты какой урок проходишь? Это уже третий. Третий? Так быстро? Да. А первый ты не прошла? Нет. В общем, когда ты запоминаешь пальцами, где какая буква, и ты не смотришь и печатаешь. Мы раньше так делали. Сколько у тебя оценка? Тут не показывают оценку. Не показано? Тут просто надо писать. Угу. Видишь, показано, как пальчики нужно расставлять. Что не получается? Нам нужно что-то сделать. Для школы? Да. Что? Microsoft. Microsoft? Угу. Тут нет в этом компьютере Microsoft. Нужно. Сейчас. Microsoft есть у Ксюши. Это же Apple. Да. А здесь же можно скачать Microsoft. Не знаю. Нет, но мне... Какой хороший это шверк-махт, я тоже в школе знала. А как но ей... Но она может на своем другом компьютере сделать. Да. На этом нету Microsoft. Я это уже в школе сделала. А где мой другой компьютер? Все, приятного аппетита. Кушаем. Ну что, надулись? Разве можно драться? Карлинчик, садись. Супчик вкусный сварила. Вчера варила бульон. Вчера бульон сварила, а сегодня уже добавила картошечку. Это увлажнитель воздуха. Зачем здесь вот водичка была, и видишь, у нее такой вот налет теперь. Чтобы подсветка просто была, чтобы красиво. Смотри, тут можно выбирать, например. Вот это вот накипь убирает. Но я надеюсь, она уберет этот налет. Сейчас немножко воды нальем. Открываем немножко. Вот эту вот жидкость. По идее, нужно очистить. Вот, видите, как отмылась хорошо. Так, и сейчас мы наливаем водичку. Там до линии, там есть одна линия. Вот. И теперь я хочу добавить какой-нибудь аромат. Здесь у меня лимон, здесь у меня эвкалипт и оранж. Какой хотите запах? Лимон, апельсин или эвкалипт? Апельсин? Да. Ну все, хватит. Мам, я хочу знать. Теперь ставим вот сюда. И пакетушку-то. И вот будет мешать. Вот. Да, и он будет мешать. Теперь, ой, это лампочки. Теперь включаем. И вот так вот. Вот отсюда выходит запах, аромат. Да я буду. Нет, так близко нельзя. Ты что? Нельзя так близко. Это очень сильный запах. Так нельзя делать. Ты что? И так? Нет, вот чуть подальше где-то отойди, где я, вот так. Вот ты будешь чувствовать запах. А так близко нельзя. Вот здесь можно. А как ты цвет меняла? Мамочка. Нет. А, вот он сам меняется, да? Можно вот так остановить, да? Допустим, зеленый. Допустим, дальше. Дальше ждешь, пока он поменяется. Вот такой и вот сюда. Дальше. Какой еще есть? О, синенький. Вот так вот. Скрин. Угу. Нажимаешь команд. Угу. Эту стрелочку. И нажимаешь четверку. Угу. Четверку нажми. Угу. Вот, появилась, видишь, крестик. Угу. Зажимаешь, обводишь и все. У меня сегодня суп опять сварила с манкой. Вам нравится суп с манкой? Mm-hmm. Вместо лапшички, вместо риса манку. Чтобы он погуще был. Mm-hmm. Давайте кушаем. Каролине в школу. Девчонкам в школу. Нет, да. Я не буду. Тебе нет. Там в Германии есть же такой суп, который такие в пакете. Да, я хочу идти. Там такие разные звери. Mm-hmm. Что там делаете? Елочку включаете? Смотрите, закрыли все жалюзи. Включили новогоднюю песенку. Рождественскую. А. Почему не работает? Не туда включила, там одна розетка не работает.
Ты не в ту воткнула. Это не работает. Надо вот в эту. И вот так вот. Все, видишь? Раз, два, три, елочка, гори. Да? Так, монтирую видео наше, где мы елочку украшаем. Украшаем елочку. Маргарита, во сколько тебе? Уже скоро в школу. Марго? 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 Ты в школу опоздала? Ты что у нас? Морж? Холод на улице. Она после спорта пришла. После физкультуры в школе. Щеки красные, лицо красное. Заходи давай. Заходи, заходи, Боня уже погуляла. Пойдем, Бонь. Пойдем. Жарко. Вот так вот можно и простыть. Кто это пришел? Хозяйка твоя пришла. Двойку принесла. Четверку? 4,8. 4, а почти пятерка, да? Да. Угу. Ну молодец. По геометрии? У тебя хорошо геометрия, да, она сказала? Ну, уж хорошо геометрия получилась. Я, знаешь, я геометрию никогда не любила. А я люблю геометрию. Я просто терпеть не могу графики. Вот это графики, вот это все, знаешь, x, y. Ох, я прям как вспомню. Бедни, вот это. А, давай сама решай, убирай. Смотрите, она включила в снапчате эту маску, которая решает примеры. Да? Да. Да я потом сделаю. Давай, давай, решай. Сейчас. А какой тебе сейчас нужен предмет? Делай другой. Ну давай делай другой, потом математику сделаешь. А, делала заказы в Бершке, и получилось так, что, ну, в общем, там какой-то был сбой при оплате. И они мне писали, что у вас ошибка, попробуйте еще раз. Я попробовала еще раз, и оказалось, что я оплатила один и тот же заказ. В общем, два заказа мне пришли. Вот. Там, в общем, я себе заказывала джинсы. Да, и вот такая вот курточка у Ксюши зелененькая. И теперь мне эту коробку нужно отправить обратно, чтобы мне вернули деньги. Потому что я заплатила, получается, $140 я заплатила. Мне должны вернуть где-то 69 франков. Можно. Там заходишь. Я тоже думала, что нельзя. Но там есть одна кнопочка, там, допустим, это вернуть товар. Они тебе присылают. Они тебе отправляют специальную наклеечку. Ты ее приклеиваешь. И отправляешь. Ксюш, ты уроки сделала? Ты уроки сделала? Да. Я думаю, что у тебя здесь. Ну вот, елка простояла один день. И дети уже... Уже оторвали провод. Вот, пожалуйста, вот это вот. Включалась, переключалась на разные команды. И вот эти вот проводки, они оторвали от этого. Ой, теперь елочка без огоньков. Не знаю, нужно папе дать, чтобы он отремонтировал. Отсоединились проводочки. Жалко. Ксюша вернула мне камеру. Можем теперь снимать нормально. Будем кушать вкусняшку. Тебе домашнее задание задали? Ну, это только рисовать нужно. Только рисовать нужно? Ну, давай. Убери вот это со стола, а то перевернешь сейчас. Я не знаю. А ты никому не рассказывай. Ты скажи, это моя семья, я никому не расскажу. Нет, вот и все. Никому не рассказывай. Ни от кого не знаю именно. Ты же уже проходила эту тему. Это Маргарита проходила, не я. А тебе нужно рассказать про свою семью? Да. А ты не знаешь как? Нет. Ну по-русски расскажи. Дима. Дима. Маша. Маша. Жимаша. Жимашья. Что такое жимаша и жимашья? Ша это кошка, шья это собака. Ша шья? Ша – это кошка, шья – это собака. Господи, запомнила? Нет. А я запомнила. Знаю, на этом же хотел бы трогать, но я не понимаю. Ну и ладно. Что из-за этого нервничать, нервы свои?
нервные клетки не восстанавливаются. Зачем учить французский? Там детей, знаете, десятиклассники, и у них только час французский, а у нас тоже час, я не хочу. Так интересно. Скажу, je m'affiche. Je m'affiche. Вон, Маргарита на позитиве все время. Хоть ей нравится, не нравится, она все время на позитиве. Мне не нравится, я лучше буду учить немецкий. Немецкий тебе тоже не нравится. Вот ей нужно слова выучить. А что, это просто нужно выучить. Нет, надо правильно писать, а я не умею. Она говорит по-немецкому, а мы даже по-французскому писали, я не умею. И вот из-за этого сейчас себе только это, не знаю, нервный срыв у тебя будет. Леплю пельмешки. Решила сегодня слепить пельмешки, очень захотелось. Вот уже испекла, сколько осталось. Чуть-чуть теста и закончу, как раз на ужин хватит. Another broken plate, another called off date. We never seem to get it right. Another heart attack. Words that we can't take back. We are the reason opposites attract. Once you slam the door on the second floor, I regret it all. When I think it through, I can help the way I feel for you. You make me lose my mind like all the time. It still feels right. Stuck in a endless fight like every night. It still feels right. Even the worst can sting. I wouldn't change a thing. Cause without you everything means nothing. You make me lose my mind like all the time. Садимся кушать. Маргуш, тарелочки расставляем. Пельмешки будем кушать. Так, тут Макс, Каролина. Вон там Макс, садись. Нет, вот твоя маленькая тарелочка вот сюда. Так. Я не буду с Каролиной. Не будешь? А что? Так, я еще варю партию, потому что мы сейчас быстренько это все съедим. Давай, футбол играй. Давай, иди на ворота, Бонь. Бонь, иди на ворота. Нет, иди на ворота. Иди защищай ворота. Нет, ты не нападающий. Ты на воротах стоишь. Давай, иди на ворота. На ворота. На ворота, на ворота. Гол! О, нет. Видишь, какой хороший вратарь. Бонь, хороший вратарь. Да, Бонь. Ну-ка, нет, нет, нет. На ворота, на ворота. Нет, нет. Бонь, иди. Давай. На ворота. Смотрите, как она ножками перебирает. О, гол! Гол тебе, Бонь. Гол. На ворота. Место. Место, Бонни. Место. Место. Вон туда. Все. Все, Маргарита, телефон убираем, спать. Спокойной ночи. Водичка есть у нее? Кушать есть? Все, пока, Бонь. Пока, я больше с тобой играть не буду. Ох. Ладно, все. Маргарита, убирай на полку. Давай, убирай прямо сейчас. Я жду. Я жду. Всем друзьям сказала спокойной ночи. Всей школе сказала спокойной ночи. Нет, не успела. Бонни! Все, иди отсюда. В кроватку. Тебе жарко будет в этом костюме? Нет? Если бы мне можно было вот сейчас идти спать, я бы самая первая пошла. Меня бы уже никто не... У меня бы след простыл. Да, мама, я не хочу спать. А я хочу спать. А я не хочу. Спать, это же так классно. Ты ложишься в кроватку, вытягиваешь ножки,
на мягкую подушечку. Она мне и спишь. Завернешься. Я хочу большую кровать. Клубочком. А на большой кровати холодно, потому что там много места. Нет. Да. Потом со мной будут играть спать мои фермы. Мягкие игрушки. Да. Tú no hablas Deutsch en casa, Carolina, por Mama, eso te cuesta más. Mamá, la escuela mucho papi, no puedo. Mañana tienes en la tarde. Все, спать. Обзор. Обзорщица. Давай. Пойду я эту куклу отнесу спать. Я не кукла. Кукла Маша, кукла Даша. Я не Маша, я не Даша, я Ксюша. Кукла Ксюша. Смотрите-ка, у нее как коллекция коробочек от айфонов. Да. Флекс, флекс. Мне нравится, они красивые. Это у нее болезнь собирать коробочки. Она из-под всего коробочки собирает. Из-под всего. Из-под еды, из-под конфет. Ей жалко выкидывать коробки. Тем более, если что-то ей нравится. Коллекция коробочек. Вот они все еще есть. Кошмар какой. Это болезнь, точно. Тут нету. Это вот болезнь. Это так себе было. Это было вкусно, 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 вкусно. Так зачем одинаковые вкусно, хранить? Вкусно. Так себе. Ну, это просто ваниль. Так себе. Вкусно. Так зачем просто одинаковые? Коллекция, да. Коллекция. Сколько ты поела, да, уже коробок? Да. Ну, больше есть маленькие. А потом что-то с этим сдашь на макулатуру. Это было не вкусом, что оно очень много шоколада. А это вкусно, но это просто ваниль. Угу. Просто надо. А мне кокос больше нравится. Мне больше нравится вот это. И манго. Мне эти все. И пистачки, и все. Это очень вкусно, потому что он такой очень сладенький кокос, потому что это кокос, кокос всегда вкусно. Это потому что манго и он вкусно. И маракуйя. Да. Угу. Все вкусно. Угу. Ну вообще-то это не так, мочи это не так, где-то с мороженым. Я видела, как делать нужна микроволновка, у нас нет микроволновки, поэтому у нас не получится делать мочи. Да, я что, ради этого буду микроволновку покупать? Да. Нет. А что, в печке нельзя тоже на несколько минут? Микроволновка. Просто нужно найти, кто готов, кто делает это в духовке. А ладно, тебе всё. Дед Мороз приносит подарок? Почему? Дед Мороз? Я сама себе Дед Мороз. Все, пока. А ты мне в Дед Мороз. Все, спокойной ночи. У нас больше этих фисташек. Давай, пока.